CSGO Up. Ставь свои предметы из CSGO, чтобы сорвать джекпот. Участники вносят свои скины из CSGO, и по достижению максимального количества игроков и их скинов система автоматически определяет победителя. Шанс выигрыша зависит от стоимости внесенных предметов. Ссылка в описании. Привычка, да? Привет, ребята. С вами Акул, и это очередной выпуск Case Opening. Юбилейный 20-й выпуск. И сегодня у нас в гостях, ну, как всегда, кто же может быть у меня в гостях? Это Мэвил. Здорово. И да, 20-й выпуск. Я не знаю, с тех пор, как мне выпал Азимов год назад, мне ничего с тех пор не выпадало. Целый год. Это не был open case. Ты просто так на шару открыл. Да, я просто так на шару. Может быть, и надо так открывать кейсы на шару. То есть, ну, кейсы не вот планировать. Кейсов больше, кейсов меньше. Да. В общем, ладно, начнем. Первый кейс. Ты так-то сказал, первый кейс. Да. Пульс. Ну, конечно, где пульс. Где ты, шмоточка? Уныло, ты хочешь, чтобы тебе выпал нож? Да! Получи, получи, распишись, тег 9, сенсор. Ду-ду-ду-ду-ду. Опять. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Слушай, это вот то, что ты уныло начал. Давай. Уныло? Жестко, ну, да. Ладно. Кейс, с вами был Акул, и сейчас мы откроем кейс, третий кейс, и в нем выпадет. Это вещи от синего до фиолетового качества, и выпадает. Что же нам выпадает? Капрал. Довольно-таки неплохо. Капрал. Вы так выслушаетесь. Капрал. Капрал. Какое это звание? Это самый низший ранг? Да. У военных американцев. Капрал? Капрал. Ты капрал, это, по-моему, перед сержантом идет. Капрал, да. Ну вот, понятно. Давай я дальше. Не знаю точно, не знаю. Все, поехали дальше открывать, хочу, чтобы выпал статрек Азимов. Нет. Зачем вам начали говорить про этот капрал? Все, он теперь будет выпадать. Каждый раз, смотрите, вот. Вот, вот, смотрите. Оп! Если будет третий капрал, капрал. Не, это райский страж. Давай, Мэвил. Я не буду смотреть. Блин! Че? Че, скажи, че там? Две красные шмотки на старте у тебя были. Да ладно, серьезно? Там Азимов и Хамелеон. Да ладно, да не может быть. Просто на старте. Ты нажал? Да нет, нет, нет. Я тебе говорю. Следующий кейс, и страж пролетает. Когда ты смотришь, оу, это было близко. Это обидно. А вот теперь не смотри. Ну ладно, сколько красной линии стоит? Рублей 300. Вот теперь не смотри, отвернись, теперь открывай. Ладно, все, я не смотрю. Если там опять красная шмотка, то... Я не смотрю. Блять, Азимов пролетел. Ты серьезно? Да, не сы, там пролетел Азимов. Блять, ты серьезно? Не смотри, кейсы. Зато страж выпал. Во всем виноват. Да нет, ты меня наебываешь. Ребята, правильно пролетел? Я тебе говорю, там красные шмотки пролетели. Вот сейчас открой просто. Открой, ничего красного не пролетит. Я тебе говорю. Ничего красного не пролетает, и... Бля, фанус. Мне всегда кажется, что там ножик такой, знаешь, там выплывает особо редкий. Вот теперь не смотри. Не смотри. Если будет красная шмотка, то это вообще ванга-ванга. Не смотрю. Не смотри. Ну, походу, я не ван... Бля, да ладно. О, треугольник. Я ванга-ванга. Вообще, не смотри никогда, когда ты будешь открывать кейс. Ладно, ребят, да. Короче, следующий кейс-опенинг делаем так. С закрытыми глазами. Короче, да, вот Мэвил будет только смотреть, а я ни на один кейс не буду смотреть. Хорошо? Все, ребят, договорились. В общем, с вами был Акул и Мэвил. Это был ужасный покопенинг. Ой, кейс-опенинг. Все, мы нашли, в чем проблема, да, ребят. Следующий кейс-опенинг я не буду смотреть. С вами был Акул, Мэвил. Ссылочка будет на канал в описании. Пока, ребят. Чё ты не попрощался, зритель? Пока.